Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамуля. Глядіть у гэтым выпуску. Люди, которые имеют потребу поляпшенні жильевых умов, могут отримать льготные будавнейшие кредиты от Беларусьбанка под 11,5% годовых. За гадом генерального прокурора назначены первый наместник прокурора в области и прокурор Гомеля. Пик захворывания на грипы в острой респираторной инфекции в регионе пройдены. А зараз об этом и іншим больше подробязно. Гомельская область повеличила колькость экономичных партнеров. У минулым годе наш регион гандлявал со 106 краинами свету. Экономичные сувязи установили с 8 новыми державами. У основном это покупники нашей продукции. У 2016-м гомельское молоко начали поставлять у Ливию, сыр у Объединенные Арабские Эмираты, а цибулю у Румынию. У целом на долю Гомельской области приходится 12% экспорту Беларуси. Больше за все регион продает в Россию. На краину-суседку припадая свыше 40% усяго экспорту. Для поравнания, прикладно столько ж мы продаем Украины ЕС. У агульным объеме товарообороту Россия займая больше за 60%. Далее у списке основных экономичных партнеров Германия, Украина, Польша и Китай. На эту топ-пятерку приходится больше як 80% внешнегандлевого оборота региона. Жыхары Гомельской области отдают перевагу белорусским вытворцам. У минулым годе доля продажу айчынных товаров у розничным гандле склала 72%. При этом белорусские продукты харчавання выбирают у 8 выпадках с 10. По мясе, сметанковым масле, сыры, яйках и цукру попыт покупников практически целком задовольняют белорусские товаровытворцы. По воде даденных официальной статистики, у минулым годе жыхары в области экономили на соках, сырах, яйках и сметанковым масле. По інших позициях, кроме макаронов, так само назирается снижение, однако незначное. И алкоголю у 2016 году купили меньше на 9%. Истотно сократился продаж плодовых винов и слабоалкогольных напоев. Тем часом один из наибуйнейших онлайн-магазинов свету «Алиэкспресс» 7 лютого меняет правила доставки товаров у Беларусь, Украину и Россию. Такая информация размещена у пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. Послуга эконом-доставки станет недоступной для товаров коштом больше за 2 доллара, которые накировываются у Беларусь. Эта же послуга перестанет денежать для покупников из России и Украины по зависимости от кошту. Присвоение трек-номеров для таких товаров станет обязательным. Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на строительство жилья под 11,5% годовых. Термин погашения – 15 годов. Подробности темы у Марины Джалы. Льготные кредиты, призначенные для граждан, которые имеют потребу поляпшения жилевых умов и стоят на отповедном улику. Яны могут различивать на кредитование не больше 75% от кошту жилья, шмадетные семьи не больше 90%. Такую программу другий год запар реализует и Беларусьбанк, и Белагропромбанк. Попыт на кредиты значно превышает пропанову. Это связано с тем, что объем жилья, якое будуется по держзаказе, скорочается. Такие кредиты – своеобразная альтернатива для тех, кто имеет право на льготы. Произведено региональное распределение лимита. 50% у нас пойдет для граждан, которые являются ветеранами боевых действий на территории других государств. Это 1 120 000 и 1 120 000 для граждан, которые состоят на очереди нуждающихся. Сёлета у Гомельской области побудуют амаль 400 000 квадратных метров жилья. З их усяго 20% по держзаказе и за кошт бюджету. Остатние – за уласные сродки громадян. В угле льготное кредитование жилья в Беларуси могут заменить кредитованием на рыночных умовах с дальнейшей адресной подтримкой. Например, человек отрымливает на будовництво квартиры коммерцийный кредит. Потом держава выделяет субсидию. Докладный механизм еще находится на стадии распроцовки. Рассматривается в правительстве вопрос о том, чтобы гражданам этим выделялись субсидии на погашение части процентов за нельготные кредиты. Ну, по сути, так скажем, если процент 25%, а в указе под 5%, то примерно на 20% государство субсидиями будет погашать человеку эти проценты. Чым и таким шляхам можно будет обновить кредитование будовництва приватных домов. Как известно, льготные кредиты на гэта перестали выдавать еще 2 года тому. Причина – отсутность у державы финансовой махчимости. Многие люди, которые поспели побудовать необходимые для выделения льготного кредиту 15%, вымушены были заморозить будовли. Марина Джалая, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».
Загадам генерального прокурора Беларуси зроблены новые назначения. Так, посаду прокурора Гомеля занял Юрий Булынко. До этого один из самых молодых керовников узначаливал отдел прокуратуры в области. Ранее на протягу 2 годов працевал на посаде прокурора Советского района Гомеля. Узнагороджены медалем за бездокорную службу 3-й ступени. На посаду первого наместника прокурора в области назначены Александр Дроздов. До этого он працевал прокурором Гомеля, а с 2004 по 2016 прокурором Речицкого района. Зазначенные достижения у державной службы узнагороджены медалем за бездокорную службу 3-й ступени. Гомель Аблаутотранс проведе завтра первый одинный день пассажира. У головном офисе и во всех филиалах предприятия будут работать горячие телефонные линии. У Гомеля можно будет потелефоновать с 14 до 17 годин по номеру 21-72-44. Как отзначили у Гомеля Аблаутотрансе, одинный день проводится для того, как больше оперативно реагировать на зауваги пассажиров. Пик захворывания на грипп и острые респираторные инфекции на Гомельщине пройдены. За последний тыдень не зафиксовано новых выпадков гриппа. У целом захворывание тримается на одном уровне последние 10 дзён. Прогнозы медиков оправдываются. Дякуючи иммунизации больше, как 40% населения в области, эпидемичная ситуация мае спокойный характер. По словам специалиста областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, у дальнейшем уровень захворывания будет снижаться. Нагадаем, усяго с початку сезона на грипп перехворели 42 жыхары в области. Зараз усе выпадки анализуются. Мониторинг дозволит вызначить эффективность вакцинации и отримать информацию для распрацовки вакцин на наступный сезон. Гомельские рудиты покорили Московскую область. Команда интеллектуального клуба «Белая рысь» под назвой «Заховальники веселки» вернулась с узнагородами с международного фестиваля интеллектуальных гульнев «Павловская ластовка». Интеллектуальное споборництво проходит у Павловской гимназии Истринского района. Все лето тут собрались 42 школьные команды из Москвы, Подмосковья, Брянской и Псковской областей, а так само Гомеля. У программе основной турнир «По что, где, коли», «Своя гульня» и медиагульни. Керовник клуба «Белая рысь» Леонид Климович был запрошен у якости ведущего. Мы готовились в поезде, потом приехали, нас провели по всей гимназии Павловской, потом у нас были игры примерно до 8 вечера, если не ошибаюсь. Мы очень устали, приехали в гостиницу, потом на следующий день игры были с 8 часов и до 4. Если честно, были ожидания, что очень будет сложно, но по сравнению с некоторыми белорусскими турнирами, на одном примерно уровне. Гомельская команда стала переможцей основного турниру «По что, где, коли» и «Своей гульне», а так само уладальником Кубка 3-й ступени по интеллектуальным шматборьям. По выниках агульного залика наши юные интеллектуалы оказались на другом месте. Мы в отказе за тех, кого приручили. Слово бессмертной оповести «Маленький принц» нагадывает гомельчанам фотограф Наталья Ашека. Яе персональная выстава открылась в Гомельском державном университете имя Франциска Скорины. В экспозиции под назвой «Озернися» 80 фоторабот. Головные герои – живелы. Каждый кадр дает возможность задуматься об верности и бескорыстливой любови братов наших меньших. Автор фотоздымка упевнена, что собаки умеют усмехаться и плакать. Дзяўчына и яе сям'я – заснавальники притулку для бездомных живёл «Островок допомоги и надеи». Уже 12 годов яны допомагают живёлам, от яких отмовляются люди. Зараз у притулку каля 150 живёл. Дякуючи фотоработам Натальи, многие насельники знаходят себе господаров и новый дом. Собаки – это такая болезнь. Коты, собаки. Их очень сложно снимать, потому что словить какую-то эмоцию для собаки нужно простоять над ней, ну, добрых полчаса, чтобы она в камеру посмотрела. Мы уже больше полугода готовились к этой выставке. А вообще фотографии я собирала с 2011 года. Половина экспозиции стали фотографии нашего приюта. Нам постоянно необходима помощь кормами. Это может быть что угодно. Это каши, крупы, не знаю, какие-то там мясные изделия, что угодно. Наши животные, ввиду того, что их очень много, они не перебирают. Как допомогши притулку, можно связаться с Натальей по номеру телефона, який вы зараз бачите на экране. Гэта и іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.cvirgomel.by. Далее в эфире спортивный огляд. С новинами спорту вас познайомить Максим Савин. Заставайтесь на канале Беларусь 4 Гомель.